Здравствуйте, мои прекрасные зрители, приветствую вас на своем канале. Ну что ж, это видео из разряда «Как у нас здесь дела?». Мне очень приятно, большое спасибо всем зрителям, которые я вижу и чувствую, искренне интересуются, как дела конкретно у нашей семьи. И признаюсь, подобное видео я хотела записываю примерно раз в два дня подобные видео. Все зависит также от вопросов, как у вас дела, как вы там живете, а точнее их количество. И могу сказать, что я планировала записать это видео достаточно позитивной манере, как я люблю делать. Но трагичные события в Италии, они, в общем-то, поменяли и, скажем так, то, что я собираюсь рассказать. Отвечая на вопрос о том, как у нас дела, я хотела сказать, что, вы знаете, обратиться прежде всего к зрителям, которые находятся в других странах, которые только-только вошли в карантин. Я хотела прежде всего сказать, что находиться в карантине – это не так страшно. И видео-то я собиралась записать о тех положительных моментах, которые лично в мою жизнь, в нашу жизнь, в жизнь моей семьи принес карантин. Я совершенно точно могу сказать, что вы однажды и достаточно быстро, возможно, почувствуете, почему достаточно быстро, несколько быстрее, чем жители Италии, потому что, памятуя об опыте Италии, многие страны ведут сейчас тот карантин, который мы имеем на сегодняшний момент, то есть достаточно жесткий. И могу сказать, что вы достаточно быстро почувствуете, что впервые в жизни, возможно, вы ничего никому не должны, в том плане, что вы никуда не опаздываете, вы не должны куда-то поехать, потому что жизнь, вот на самом деле, она не просто замедлилась, она в каких-то моментах остановилась. И вы знаете, могу сказать, что если еще 3 месяца назад представить подобное было страшно, то сейчас я могу сказать, что это приятное ощущение, как бы, скажем так, неприятно было констатировать, в связи с чем многие люди вынуждены были замедлить свою жизнь, приостановить темпы своей жизни, несмотря на трагичность, скажем так, контекста. Могу сказать, что многим из вас действительно карантин даст возможность переосмыслить, подумать о многих вещах, о которых мы просто не успеваем думать. Касательно уборки хотела сказать, как бы странно это ни было, но вы знаете, у меня стало гораздо меньше уборки, несмотря на то, что мы с детьми все находимся дома. Это все зависит, скорее всего, от того, что близлежащая дорога передо мной, перед моим домом, она просто опустела. Если раньше я террасы мыла каждый день, если мы пользовались террасами, они очень быстро грязнились, загрязнялись, у детей носки становились тут же грязными, то я могу сказать, что сейчас у меня необходимость мыть террасы – это один раз в 3-4 дня. То есть вот о таких вещах я хотела рассказать, но тем не менее, вот буквально со вчерашнего дня наша жизнь достаточно сильно изменилась. Первое, что я увидела и услышала, это автомобили, которые ездят по дому, которые ездят по дорогам, останавливаются рядом с домами, чтобы дать возможность всем услышать, чтобы дать возможность всем выйти на балкон и послушать. Да, это протекционные чивили, то есть это автомобили протекционные чивили, а гражданской защиты, именно их автомобили ездят. И они говорят о том, что да, необходимо оставаться, напоминают о том, что не нужно выходить, что лучшая вакцина, как сейчас говорят здесь в Италии, это самоизоляция. Самоизоляция, соответственно, эти автомобили, да, они появились в нашем городе, также. Могу сказать, что я проснулась с новостью также о том, что нахожусь в регионе, это регион Венето, из которого нельзя выехать и в который, насколько я поняла, нельзя въехать. Можно ли въехать людям, которые здесь прописаны? Для меня осталось пока под вопросом. На самом деле информация обновляется каждый час, и хочу здесь также сказать не только своим зрителям, но и зрителям других каналов, которые смотрят мой контент, а также другие каналы, что не стоит сетовать на блогеров, которые улыбаются на камеру, которые, возможно, так же, как и я, живут в Италии, но освещают, допустим, моду, освещают, допустим, что-то другое. Очень многие блогеры записывают свои видео на ту или иную тематику, иногда даже за месяц до того, как выкладывают и публикуют свои видео. Могу сказать, что сейчас одна из новостей и реалий нашей жизни заключается также в том, и это официальные данные, что интернет-трафик перегружен. Люди сидят дома, смотрят информацию в интернете, скачивают фильмы. Netflix опубликовала статистику, что у них, если я не ошибаюсь, 10 раз возросла нагрузка, 10 раз или даже в 10 тысяч раз, ну, в общем, какая-то космическая цифра. Люди сидят дома, пользуются интернетом. Могу сказать, что ты выкладываешь сейчас видео какие-нибудь 1,5 суток совершенно точно. Очень часто видео выходит, а события вокруг тебя уже поменялись, поэтому имейте, дорогие зрители, это в виду, почему очень у многих и, возможно, у меня также контент, скажем так, не отвечает реалиям сегодняшнего времени. Это связано, да, со спецификой блогерской работы, это связано также с тем, что сейчас одно видео ты выгружаешь по 1,5 дня, если выгрузишь, никаких сбоев не будет, это считается
большой удачи. Поэтому в этом плане, да, наша жизнь тоже изменилась. Сейчас даже загрузить детям мультики не всегда возможно. Есть, безусловно, пик-трафик, он приходится на какие-то часы, есть спад трафика, но вот как-то так поменялась наша жизнь. И могу сказать, что да, у нас запретили посещение парков, то есть регион Венето. Я буду называть этого человека губернатор, хотя это не совсем губернаторство, скажем так, глава региона Венето, запросил разрешение у правительства, и ему дали такое разрешение закрыть все парки и также, что называется, зеленые зоны, но в российском, в русском понимании это, скорее всего, какие-то аллеи, которые не представляют из себя парка с входом и выходом, не представляют из себя огороженную территорию, а именно вот аллеи, скверы, именно это подразумевается под закрытием конкретно этих зеленых, скажем так, территорий. Теперь мы не выходим, потому что если раньше это вызвало даже полемику под моими видео, кто-то говорил, что мы должны сидеть дома, да, мы должны были сидеть в самоизоляции, но законом разрешался выход, скажем так, на прогулку, и сейчас это запрещено. Также впервые появилось указание на дистанцию, которую желательно не превышать, выходя из дома, допустим, погуляв с собакой, допустим, практикуя какой-то спорт на открытом воздухе. Насколько я поняла, на момент записи этого видео спорт на открытом воздухе пока еще не запрещен. Очень много полемики также вызывает этот спорт на открытом воздухе, но именно медики изначально введение карантина и потом по мере ужесточения правил и мер говорили о том, что для многих это вопрос действительно здоровья, поддержания здоровья, какие-то пробежки, какие-то вело, скажем так, тренировки, то теперь эта территория, впервые я встретила информацию, ограничивается 200-метровым радиусом. Соответственно, ты можешь выйти погулять с собакой, ты можешь выйти сделать какой-то спорт, возможно, разминку, но не превышать радиус 200 метров. И пока, насколько я поняла, это вот официальная информация, которая обсуждается, потому что также обсуждается и вот-вот выйдет и, скажем так, облечет форму в виде законопроекта, например, то, сколько будет продлен карантин для школьников. Сейчас фигурируют в основном три даты. Это середина мая, это конец июня и это начало сентября. То есть вот эти три даты обсуждаются и совершенно точно уже понятно и ясно, что после 3 мая, я на самом деле уже запуталась в цифрах, в общем-то после окончания того карантина, который установлен сейчас, совершенно точно ясно и понятно, нам об этом уже говорят официально, дети не выйдут в школьные и дошкольные учреждения. И также прошла официальная информация о том, что несмотря на такую задержку в обучении, я рассказывала, что здесь в Италии считаются количество часов. То есть если ты пропустил определенное количество часов, ты должен их либо восстановить, рекуперары, либо ты не можешь перейти на следующий год. И уже было сказано, что вот этот год учебный, он никак, скажем так, все смогут его закончить, несмотря на то, что действительно количество часов, оно уже превышено и уже, по идее, все должны, все поколение школьников сегодняшних должно остаться на второй год. И, кстати, такая же ситуация и в садах. То есть ребенок должен посещать определенное количество садов, часов, точнее, чтобы быть готовым к следующему году сада. Так вот, нас заверили о том, что этот год все смогут закончить. Как это будет, пока на самом деле неизвестно. Проходит много информации о том, как происходит денунчи, то есть устанавливают правонарушения о том, что люди не соблюдают режим карантина. Очень много вопросов я получаю по поводу военных. Да, насколько я поняла, правительство серьезно рассматривает возможность привлечь военных к тому, чтобы соблюдались меры карантина. Насколько я поняла, в Милане военные уже помогают прежде всего карабинерам, которые контролируют ситуацию, допустим, на станциях ЖД и также в аэропортах, чтобы прежде всего меры и протокол карантина соблюдался. И сегодня я прочитала о том, что обсуждается и совершенно точно будет изменен график ЖД-перевозок, то есть они станут менее частными, и, насколько я поняла, эти изменения коснутся также и транспорта, такого как автобусы. На данный момент автобусы ходят пустые, автобус проходит перед моим домом, я его очень хорошо слышу издалека, никогда не ленюсь, если я нахожусь на террасе, встать и посмотреть. Автобусы ездят пустыми, но ездят согласно своему расписанию, которое существовало до введения карантина. Я не буду говорить вам официальную статистику по всему миру, либо по Италии, потому что она достоверна, она транслируется очень многими новостными
Новостными передачами, кстати, из новостей, из изменений является также то, что сегодня я проснулась и получила уведомление от YouTube, что с данного момента, с данного дня я записываю видео в субботу в обед, все ютуберы, все блогеры могут монетизировать контент, и он будет проходить, скажем так, несколько легче проверку, потому что я уже тоже рассказывала, что, во-первых, контент о коронавирусе, он не монетизируется, и я считаю, что это правильно, я до сих пор против тех мер, чтобы разрешить монетизацию видео о коронавирусе, потому что это настолько деликатная тема, я считаю, что если ты хочешь ее освещать, ты должен ее, скажем так, освещать, потому что для официального освещения этой очень деликатной темы, когда очень важна правдивость и проверенность информации, которую, конечно же, блогеры не могут обеспечить. Блогеры рассказывают о том, что они видят. Я видела свой город таким, каким я его видела, я вам показывала. Я показываю сейчас свой город и свою жизнь такой, какая она на самом деле. По поводу жизни, кстати, тоже очень интересно. Вчера мой муж поехал, на самом деле вот эти вот изменения, они произошли в последние 2 дня. Вчера мой муж поехал в супермаркет и позвонил мне из супермаркета и сказал: не теряйте меня, здесь очередь в 300 метров. Он отстоял 45 минут для того, чтобы совершить покупки в супермаркет. Да, очередь есть, но она обусловлена прежде всего тем, что не пускают в магазин больше, чем определенное количество людей. Соответственно, люди, да, на расстоянии 1 метра друг за другом стоят с тележками, чтобы совершить покупки. Закупаемся ли мы впрок? Нет, мы до сих пор не закупаемся впрок. Я думаю, что, опять же, ситуация зависит от супермаркета к супермаркету. Перебоев с продуктами совершенно точно нет. Ну, например, исчезают продукты, по всей видимости, которые, точнее, быстрее исчезают, и их сложнее восполнить в супермаркетах. Продукты, которые связаны с готовкой. Например, яйца, например, мука. Их разбирают очень-очень быстро. Это продукты, которыми, наверное, сложно запастись, хотя почему бы и нет. Но на самом деле пока моя семья, скажем так, живет в достаточно таком режиме, который, скажем так, ограничен только вот этой самоизоляцией и карантинными мерами. Нет ни перебоев пока со светом, с водой, с вывозом мусора нет перебоев, нет перебоев также с питанием, поэтому все нормально. И могу сказать, что, опять же, губернатор нашей области, провинции, он запросил разрешение у правительства ограничить работу прежде всего продуктовых магазинов, прежде всего супермаркетов, прежде всего воскресные дни, а также выходные. Я думаю, что речь уже идет о пасхальных выходных, о пасхальных праздниках. И было отказано, было решено, что супермаркеты будут работать в нормальном режиме, по крайней мере, на момент записи видео это так. Но изменился режим работы супермаркетов. Если раньше некоторые супермаркеты даже в воскресенье работали полный день, на час меньше, чем обычно в течение недели, то сейчас большинство супермаркетов работает только до обеда, прямо-таки усеченный график у них. И также, насколько я могла понять, изменения коснулись работы вот в эти субботние, а также воскресные часы всех тех точек, которым разрешено было до этого работать. Например, автомастерские. Сегодня суббота, автомастерская всегда работала у нас в субботу до утра, до 12:30. Сегодня автомастерская закрыта. Я думаю, что это связано не с тем, что нет работы, а как раз-таки с тем, что сейчас невозможно работать в эти часы, прежде всего в субботу и также в воскресенье, кто мог работать. Могу сказать, что я своими глазами видела, как люди не просто нарушают карантин, выходя на прогулки, выходя далеко от дома, собираясь, возможно, в группы в парках. Я все это наблюдаю, больше я этого не снимаю, я не хочу, скажем так, компрометировать людей, которые делают свой собственный выбор в силу определенных обстоятельств. Но могу сказать, что я видела, когда выезжала в супермаркет, это было 4 дня назад, возможно, 3 дня назад, я видела открытый магазин, который совершенно точно должен был быть закрыт. То есть он не подпадает под характеристику про продуктов питания, он не попадает под характеристику хозяйственных товаров. Это был магазин, где продавалась парфюмерия, а также ароматические свечи, вот, скажем так, парфюмерия для дома, большая часть ассортимента. И могу сказать, что я очень хорошо знаю владельца этого магазина. Я знаю, что она мама сингл, я знаю, что у нее маленький ребенок. И могу сказать, что я совершенно точно занимаю вот такую гражданскую позицию сейчас, здесь и сейчас, что я не осуждаю людей за их выбор. Я считаю, что да, мы все должны подчиниться закону. В определенных ситуациях люди делают определенный выбор, осуждать их за это я совершенно точно не могу. И по большому счету на это существуют специальные органы, которые должны следить за тем, чтобы карантин соблюдался, карантинные меры также.
У Егора в четверг состоялось первое занятие по интернету, несмотря на то, что говорили, что онлайн-обучение – это то, что легко сделать, то, что легко поставить на, скажем так, в режиме каждого дня. И могу сказать, что это занятие только по математике. То есть все остальные предметы не преподаются. И вот час того занятия, которое было организовано, было посвящено тому, что дети и педагог налаживали связь, налаживали манеру общения, налаживали систему задавания вопросов, систему кто молчит, кто говорит, кто отвечает и так далее. То есть, по сути, это не было занятие как занятие. И следующее такое занятие произойдет во вторник. Внимание, четверг и вторник – это только математика. И, повторюсь, очень много накладывает, опять же, отпечаток на подобные занятия скорость трафика, которая существует в данный момент. И, соответственно, могу сказать, что онлайн-дистанционное обучение – это не то, что выручит сейчас детей. Дети общаются, на самом деле, дистанционно, очень много собираются в группы, обсуждают какие-то вещи. Сейчас дети делают вместе занятия также онлайн, они объединяются в группы, что-то обсуждают, друг другу помогают. На самом деле, это какая-то сюрреалистичная реальность, потому что раньше представить подобное было сложно. Но теперь это, скажем так, каждодневная рутина каждого ребенка-подростка. Меня часто спрашивают, что я показываю младших детей, они играют на террасе, а старший ребенок, он очень много делает уроков очень много. Организация, кстати, очень хорошая, того, как ты можешь отправить сделанные уроки. В том, что касается проверки сделанных уроков, все работает достаточно хорошо. Но в том, что касается, опять же, организации обучения онлайн, здесь на самом деле очень много зависит от технической поддержки, который выбирает тот или иной учитель. По поводу военных я начала говорить. Да, правительство также рассматривает возможность вести военных на, прежде всего, автострады, чтобы контролировать поток тех, кто, возможно, перемещается, а делать этого не должен и права на это не имеет. Соответственно, да, если вы слышите информацию о том, что военные появляются на улицах городов в том числе, и это правда, на самом деле, по крайней мере, это то, что я тоже здесь могу прочитать. Что ж, дорогие зрители, желаю всем здоровья, желаю всем бодрости духа, если вы уже находитесь в условиях достаточно жесткого карантина, желаю нам всем, чтобы это поскорее закончилось. Увидимся очень скоро, это была Яна Скворцова, всем пока-пока.